Всем привет, это снова «Угол зрения». Сегодня мы вышли на улицу Полевского, чтобы снова спросить у полевчан на этот раз, насколько хорошо они заботятся о своем здоровье, часто они проходят плановые осмотры и диспансеризацию. Нет, не часто. Почему? Ну, конкретно я? Да. Потому что мы забываем о своем здоровье. Вот. А потом аукнется, не дай бог. Так и будет. А, да, ни зубного не посещаете? Там зубного раз... посещаем. Раз зубы дороже года. Всего. Потому что только из-за денег, да? Ну да, конечно. Как часто проходите медосмотры вообще? Раз в год на работе. То есть стабильно, да, у вас? Сознательно? Да, заставляют. Добровольно проходили бы? Наверное, не знаю. Зубной также, да, посещаете? Зубной реже. Но надо чаще, наоборот, раз в полгода. Да. Почему? Согласна. Вот для профилактики, чтобы вовремя удалять кариес. Нет, почему потом у вас не получается? Работа, дела. Раз в год стабильно. Сами добровольно или на работе заставляют? На работе. А сами проходили бы? Конечно, надо же знать о своем состоянии, мало ли что. Чтобы не упустить момент, это очень важно. Как часто плановые осмотры в больнице происходите, диспансеризацию? Ежегодно. Ежегодно? А зубной, допустим, посещаете? Нет. Нет? Почему? Боюсь. Нет, редко, здравствуйте. Почему? Редко прохожу. Как-то все некогда. Занята своими личными делами или на работе. Ну, поэтому... здоровье дороже? Здоровье дороже. Потом, поэтому хожу только к своему терапевту лично по заболеваемости, по течению, и все. Диспансеризацию не прохожу. Зубной также, да, не посещаете? Вот, кстати, стоматологу пошла. Ну, опять же, платно. Часто ли проходите диспансеризацию, плановые осмотры в больнице? Нет, не часто. Не очень часто. Вообще никогда. Почему? Никогда. Недавно проходила, и сейчас иду вот кардиограмму снимать. Диспансеризацию прохожу, с детьми хожу в больницу, и так, все, больше не хожу туда. Зубной? Ну, зубной периодически, но не в государственную. А проходите ли плановые осмотры, диспансеризацию в больнице? Нет. Почему? Как-то нет времени, нет желания. Пока не беспокоят, конечно, никто не обращается. Ну, здоровье важнее же. Согласна. А зубной посещаете? Да, посещаю. Плановый, да, там раз в полгода или когда надо? Да, раз в полгода. Хожу стабильно точно. То есть зубной не страшно ходить, а в больницу страшнее? Ну да, там столько много обследований, как-то не хочется. А часто ли вы проверяете свое здоровье? Пишите в комментариях. Это был «Угол зрения». По традиции увидимся на улицах Полевского на следующей неделе.